Здравствуйте, меня зовут Ольга. Сегодня я хочу вам представить лот Woman XXL, лот больших размеров, женских, собранных из разных стран и разных марок. Но я хочу сказать от себя, что этот лот, в принципе, включает и небольшие размеры, которые совершенно его не портят. Там будет размера от S-ки до XXL, но больше будет XXL-ек. Здесь будет представлено 9 платьев, 10 туничек, 4 трикотажных кофточки, 9-8 футболочек, 6 брючек, 3 юбочки, 2 курточки и 3 жакета. В принципе, весь ассортимент, который женщины носят в летний период времени. Хочу представить вам сначала вот такой сарафан. Размер небольшой, вот о чем я вам и говорила. Это размер S-ка, 44-й. Хочу обратить внимание, что это фирма французская Солео. Очень интересный крой этого сарафана. Резиночка на талии. Качели, такой ворот качельки. Удлиненные платья. Очень красивого, нежного и в то же время яркого цвета, такого василькового. Или, может быть, цвет морской волны. С цветночным принтом. В принципе, как и вся Франция. Лазурный берег, цветы. Духи и так далее. Вот такой вот летящий сарафан. Он совершенно, хоть и маленького размера, не испортит этот лот. Далее я вам хочу показать платье тоже. Здесь очень много платьев. В основном здесь итальянские бренды представлены. Вот такое платье. Вот, очень интересное, хотя оно и черненькое. Фирма Lisa Cot, итальянская. Шифоновые рукава. Очень легкое. А внутри у него идет подклад. Полиэстер плюс вискоза, но она будет очень приятна к телу. И вот такой шифоновый материал сверху. В принципе, в таком платье и принт, смотрите, какой принт идет, такой немножко восточный, японского плана. Вот это платье на каждый день подойдет и на вечер. Это платье, в принципе, будет украшать вас как на работе, если женщина может себе позволить ходить в платьях на работе, и на вечер можно куда-то будет сразу же пойти, сразу после работы. Оно невесомое, прям невесомое, и интересно будет подчеркивать фигурку. Это размер L-очка. Да, L-очка, в принципе, пойдет, мне кажется, и на M-ку, и на L-ку. Вот такое вот красивое платье. Дальше я хочу показать вам платьице. Вот такое. Простой крой, но очень красивый, вкусный цвет, морковный. Размер здесь XL-очка идет. На нашу, наверное, 52. Где-то так будет девушку. Фирма тоже итальянская, Экстази, но это Экстази Плюс. У нас на складе представлена фирма Экстази для молодежи. То есть там размеров не будет таких больших. Вот, поэтому вернемся к этому платью. Здесь будет небольшой рукавочек, что, в принципе, важно, мне кажется. Оно как и для делового стиля подойдет, так и тоже, наверное, украсит какие-то серые наши будни. Сзади это платьице идет на потайной молнии. Вот, будет его удобно, легко одевать, и оно скрасит все недостатки. Дальше я хочу вернуться уже, наверное, к туничкам. Тоже здесь очень много цветовой гаммы. Видите, какая цветовая гамма, яркая, вкусная. Вот такая туничка. Очень красивая. Вот видите, она из двух тканей состоит. Значит, я вам сначала вперед покажу. Во-первых, здесь идет бижутерия в комплекте. То есть она очень украсит ее. Такой медно-серебристый брелок. Вот рукав 3/4. И небольшая рюлексная ниточка, которая придаст такому блеску, как будто эта ткань из плотной сделана. Вот, и украшена шифоном. Вот. А сзади идет небольшой шлейф. Небольшой шлейф, вот такой. Видите, здесь будет, значит, спинка у нас вырезанная. И будет очень красиво смотреться этот шлейф белый, белоснежный. Очень модная, очень красивая вещь, мне кажется. Ой, на любой случай подойдет. Дальше я хочу показать вам вещь, тоже итальянскую. Сейчас, секундочку. Вот такой вот распашоночку, такую винтажную, но это будет лен, тоже, что немаловажно, размерчик здесь большой,
XXL, фирма Елены Миро, тоже знаменитая фирма. Рукав присутствует, поясочек присутствует приталенный. Очень красивая отделочка идет из такой тесемки. На пуговках, вот что очень немаловажно, удлиненная, можно носить с лосинками, с брючками. Вот, и как бы мне кажется, очень будет на лето, очень актуально. Вот такая вот туника, очень красивая, голубая. Дальше я хочу вам показать кофточку, которая, в принципе, на холодное лето также будет незаменима. Вот такая кофточка, она небольшого размера, вот, эмочка, вот, но очень симпатичная. Пусть она будет черная, ткань очень мягкая, здесь идет ангора с добавлением нейлона. Вот, тоже фирма Экстази итальянская. И также здесь будут, видите, какие интересные принты. То есть вот такими камушками все украшено вручную. Вот, и мне кажется, очень будет она красиво смотреться с любым платьем, с любыми джинсиками даже, на холодную погоду. Дальше хочу вам показать футболочку. Как же без футболочек, которых, в принципе, здесь достаточно много, они также яркие. Вот такая футболка фирмы Bonita XXL. Вот многослойная, что очень, в принципе, важно для больших людей. Они любят многослойные вещи, чтобы прикрывали их недостатки, как они думают. Вот, то есть идет белая внутри маечка с маленькими стразиками. Вот, очень освежит к лицу. И такой мятный вкусный цвет у этой футболки. Небольшой рукав. Вот, она тоже будет легкая. Ткань здесь трикотаж не очень плотный. Поэтому я думаю, что в ней будет вам не жарко. Вот такая футболка. Дальше я хочу вам показать брючки, которые, в принципе, тоже очень нужны. И на лето будут нужны вот такие классические брюки. В принципе, я сейчас практически в таких же брючках нахожусь. Вот завышенная талия, потайная молния, красивый ремешок. Вот сейчас поподробнее про них поговорим. Значит, они будут заужены, эти брючки. Очень тонкие, пускай полиэстер, но очень тонкий, в нем жарко вам не будет. Вот фирма здесь тоже Экстази Плюс идет. Вот очень красивый идет ремешок такой немножко ажурный. Вот вверх, и ремешок будет у нас лаковый. Вот здесь вот идут такие вставочки, где будут свободно, в принципе, вы себя будете в них чувствовать, а низ будет вас очень хорошо удлинять ваши ножки и стройнить. Вот такие брюки. Дальше я хочу показать вам юбочку. В принципе, здесь очень много тканей натуральных в этом лоте идет. Юбочка льняная, размерчик приличный, XXL-очка. Вот, очень хороший цвет, такой ягодный, вот, яркий, в принципе, для льна это не очень соответствует, но такая юбка есть в этом лоте, тоже фирма итальянская, Елена Миро. Вот, она будет чуть ниже коленочки, вот, и будет у нее средняя посадочка, вот, потайная молния на боку, вот такая юбочка. И как же без жакетика в таком лоте? Есть также здесь льняной жакет, я не буду подробно про него говорить. Вот, в принципе, простой крой. А так я поговорю про интересный вот такой жакет «Летучая мышка». Он идет на двух клепочках, сейчас, секундочку, идет на двух клепочках, вот таких вот, вот видите, как интересно он. И просто здесь будет он свободен. А здесь идут кармашки и рукав «Летучая мышка». Вот такого кроя, он небольшого размера, здесь размер элечка на 48-50, где-то вот в этих пределах. И интересный рисунок, практически как гусиная лапка, только ромбики. Вот, очень интересный такой вот жакет. Ну и напоследок, наверное, все-таки курточка я вам покажу. Так как лето сейчас холодное, вот такая интересная пудровая курточка, пудрово-розового цвета, размер здесь XXL. Из такого легкого плащевого материала сделано, со стоечкой-воротничком, вот, на клепочках и на молнии. Молния здесь тоже серебристая идет, очень легко открывается. Вот, она, в принципе, легкая как раз на лето. На лето, либо на весну, либо на начало осени. Вот такая курточка, тоже итальянская, фирма известная. И я думаю, что качество не подкачает и здесь. На ремешках можно, в принципе, приталить. Видите, тут такой ремешочек идет внутри. Либо просто свободно сделать эту курточку. Вот.
Вот такая вот курточка. И последнее, что я хотела вам представить, просто показать, это вот такой рюкзачок, который является дополнением к этому миксу. То есть черненький простой рюкзачок из кожи зама, вот, который, в принципе, всегда нужен любой девушке, любой женщине, на любой случай. Вот такой микс у нас есть на складе. Спасибо за внимание, с уважением к вам, Ольга.